Спринот ТВ. Снимаете? Спринот ТВ, онлайн. Запись идет онлайн. Да, вы что? Да, прямая трансляция. Доброго дня, у нас идет прямая трансляция с Европейской площади, с нами на связку Ксения. И вона б хотіла дати пряме інтерв'ю, пряме звернення до українського народу. Я киевлянка. Наверное, даже больше у меня обращение не только к народу, уже со всей Украины едут люди. У меня обращение к киевлянам. Ко всем киевлянам, живущим, которые приехали на время, может быть, особенно даже к женщинам. Даже мужчины более мобилизованы. Я общаюсь с моими своими друзьями. Я понимаю, что это сильно, наверное, поэтому мне хочется сказать многим, донести, что они думают. Кто-то говорит, что до Безгаса обойдутся, там и так хватает. Кто-то боится потерять работу. Кто-то говорит, зачем мне тут Майдан, я здесь снимаю арендованную квартиру, мне надо за что-то платить. Кто-то говорит, когда елки центральные, это еще когда было мирное время. Буквально через неделю после избиения ребят говорит, к этой елке даже никто не пускает. Я просто хочу обратиться к людям, наверное, здесь. Пожалуйста, не принимайте лжеинформацию. Каждому из нас Бог дал рассудок для того, чтобы человек сам мог подумать. Лучше приехать один раз, посмотреть, что здесь происходит. Увидеть, прочувствовать этот дух, прийти на Майдан. Здесь у меня самые многие мои знакомые боятся сюда ходить, потому что думают, что здесь чехотки свои воюют вместе со своими. Просто очень хочется донести людям. Не верьте лживой информации. Вы понимаете, что оружие, которое не стреляет, самое сильное, это слово. Именно слово, которое могут люди довести друг другу. Я прошу женщин, жен, сестер, матерей, больше всего, именно со стороны силовиков, мужчин, которые стоят по ту сторону, приедьте, пожалуйста, и станьте напротив ваших мужчин, ваших сыновей, ваших мужей. Они, если им дадут команду стрелять в своих родных, они стрелять не будут. Это, я уверена, что у каждого из вас есть сердце, которое чувствует, есть душа, которая понимает, есть разум, который дан Господом Богом. Вы можете донести им то, своей родственной душой, своим мужчинам, то, чего они, видимо, возможно, боятся, возможно, не понимают. Я очень прошу, киевляне, пожалуйста, не бойтесь. В моем доме Киев, мои родные, мои знакомые. Очень жаль, что многим безразлично, очень жаль, что многие не понимают эту информацию. Просто не верьте лучше ложной информации, приедьте один раз, пообщайтесь с людьми, которые здесь, и вы поймете, что здесь происходит. Вам в этой стране жить. Вы поймите, один раз не придя сюда, думая о том, что вашим детям нечего есть, вы не представляете, что будет после того, если останется эта правящая власть, и что будут ваши дети потом кушать. Вы подумайте просто немножко дальше, чем на сегодня, на один день. Как будут они жить дальше в этой стране? Смогут ли они учиться там, где вы хотите? Смогут ли они кушать то, чего вы хотите? Сможете ли вы им дать то, чего вы хотите им дать? Просто человек должен думать и о том, как ему дальше жить, а не просто прятаться дома за одной какой-то мыслью. Прошу вас, киевляне, мобилизуйтесь. Людям очень нужна ваша помощь, очень нужны ваши силы. И я хочу к каждому обратиться. Откройте, пожалуйста, статью молодых ребят, болельщиков, шахтера Донбасского шахтера, и посчитайте то, что написали эти молодые люди. Если можно, я могу сейчас зачитать, потому что то, что они сказали, это переворачивает сознание взрослых. Это обращение, наверное, скорее всего, к этим молодым ребятам, которым еще безразлично, которые не понимают. Потому что, когда читает взрослый человек, он не может остаться безразличным к написанному. Сейчас, секундочку. Я думаю, просто все смотрят интернет, очень многие. И поэтому мне хотелось выступить именно в прямой трансляции интернета. Это то, что 24 часа в сутки показывают, и те, кому не безразлично, хотя бы своей поддержкой за экраном монитора смогут что-то услышать. Эта статья вышла 25 января сегодня. Да, пожалуйста. Это болельщики «Шахтера», «Ультрас», футбольный клуб команды «Шахтер». Донбасский клуб. Обратились с призывом к жителям Донбасса и предложили бороться с властью. Обращение выложено в официальной группе «Ультрас» соцсети. Но я думаю, что это обращение не просто к Донбассу, это обращение к украинским людям, это обращение к нашей молодежи. Я уверена, что она вся правильно у нас растет, сознательная. И много даже тех мужчин, которые кто-то безразличен, или даже людей, женщин, или кто-то не понимает. Я уверена, что внутри они поддерживают, и им тоже хочется жить в мире, им тоже хочется, чтобы дети ходили спокойно по
по улице. У меня, у моих племянников, которые учатся в институте КПИ, прямо на территории института избивают студентов. Это то, что я говорю с первых students. Уст своих детей. У моих родных, которые живут в других городах, в том числе в Белой Церкви, детей призывников, забирают прямо из дому вместо армии. Они стоят вот здесь в первых рядах. They're taking out мужчины, and putting them here in the street. Могут так подло, трусливо поступать, чтобы детей 18-20 лет ставить под эти пули. Они стоят голодными, у них текут слезы. They're hungry. They're beating, they're crying. Я бы хотела зачитать то, что написали молодые ребята. Публикуем полный текст воззвания «Донбасс, проснись». Я хочу добавить «Украина, проснись, люди, проснитесь». Мать говорила тебе, иди осторожнее, там у подъезда какие-то парни. Учителя в школе повторяли, видишь компанию из нескольких человек, перейди на другую сторону. Тебя учили, что нельзя смотреть в глаза, это может кого-то разозлить. Тебя могут ударить, избить, покалечить, испачкать. Еще тогда, 15 лет назад, тебя научили бояться. Ты вырос трусом и считаешь это нормально, потому что окружают тебя такие же трусы. Тебя ударят, а ты убежишь, намочив при этом штаны. Тебе запрещали носить нож. Тебе говорили, что тебя порежут этим своим же оружием. Если ты, не дай бог, кого-то зацепишь, тебя поймают и посадят. У тебя будут проблемы. Вместе с истеричными воззываниями старших ты впитал главную мораль своей жалкой жизни. Уходи от проблем. Прячься, убегай, оглядывайся по сторонам. Главное, не попади в милицию. Главное, не вылети из школы. Когда ты сталкиваешься с проблемой, у тебя подкашиваются ноги. Когда ты слышишь о проблемах других, ты смеешься и вместе с тем дрожишь. Тебя учили уважать и слушать старших, а старшие в это время глушили дешевое вино, сквернословили и мечтали о новой машине, балконе и на даче. Ты впитал эти цели в себя, только мозгов у тебя еще меньше, чем у них, а амбиций в разы больше. На этом основании ты считаешь себя высокодуховной личностью? Ты чмо, а не личность. Трусливое, беспомощное чмо. Тебя с детства учили, что твой народ – это ничто. Что ты должен жить исключительно для себя, для квартиры, машины, балкона на даче. Так ты забыл про своих ближних, про свою кровь. Ты презираешь собственный народ, хотя сам являешься его частью. Ты баклажан, зреющий до поля среди миллионов точно таких же овощей. Потом ты вырос, стал программистом или менеджером. Ты сидишь в офисе, получаешь свои 1500 баксов. Родители тобой гордятся. Но что ты будешь делать, когда придет защищать свою семью? Что ты сделаешь, когда твоего сына изобьют? Скажешь ему, чтобы обходил стороной плохой нехороший дворик? Что ты сделаешь, когда у пенсионеров отнимут последние льготы? Когда цены за услуги ЖКХ скажут, скакнут в два раза? Когда узнаешь, что за прошедший год в твою страну въехало больше миллиона мигрантов, в то время как твоих соотечественников стало на миллион меньше, тебя это не будет волновать? Так ты проживешь всю свою жизнь. Если повезет, заработаешь на квартиру, воспитаешь своих детей так, как когда-то воспитали тебя, а тем временем от системы образования, здравоохранения и так дышащих на ладан не останется ничего. А когда тебе за это дойдет, будет поздно. Ты будешь винить во всем власть, но ты не сделаешь ничего, чтобы остановить этот беспредел. Просто ты станешь чаще оглядываться по сторонам, но будешь терпеть, потому что ты боишься сесть в тюрьму, даже получить синяк под глазом ты боишься. Клиенты на работе не поймут. Тебя с детства растили на убой, и ты вырос самодовольным, беспомощным овощем. Твой конец предрешен. Если ты сгниешь на грядке, либо ты сгниешь на грядке, либо тебя съедят. Третьего не дано. Кроме того, «Ультрас», это шахтерская команда из Донбасса, написали всем заявление, что на вчерашнем митинге поддержку Виктору Януковичу высказали ряженые болельщики «Шахтера», которые не входят в объединение. Это, я хочу выразить благодарность ребятам, которые молодые люди, какое сознание, какой разум, какая душа у них. И обратиться к нашим властям и попросить у них все-таки, я не знаю, честно говоря, даже просто как человек, как женщина, как мать, как можно было поднять руку на собственный народ, как можно поднять руку на собственных детей, как можно поставить этих детей под эти пули. Зачем людей стравливать друг друга? Пожалуйста, опомнитесь, вы ведь тоже люди, не... По-моему, вы об этом забыли, но вспомните. Я уверена, что среди вас есть нормальные люди, которые могут и другим рядом с ними стоящим объяснить, что это недопустимо, то, что у нас происходит. Не проливайте дальше кровь наших детей, наших мужчин, этих героев, которые стоят, которые, я не знаю, как приходит в голову называть провокаторами. Провокаторы тех, которым проплатили деньги, чтобы провоцировали одних людей с другими и стравливали их. Это люди, которые хотят жить просто в свободной стране.
пожалуйста, не делайте того, что вы делаете на протяжении всех этих дней. Может быть, много хотелось чего сказать, но эмоции переполняют. И очень прошу, Киев, пожалуйста, поднимайтесь, не бойтесь, не ленитесь, не думайте, что без кого-то обойдется. А как вы потом будете жить, когда все равно наши эти герои, они отстоят эту правду, эту свободу, рано или поздно, но это случится. Вам потом спокойно будет с этим жить? Вы пристроитесь ко всему, что будет? А главное, как вы будете спать по ночам? Спасибо большое. Можете слишком эмоционально дома, вы знаете, когда сидишь, мысли спокойны, все ряд выстроены, думаешь свободно головой, но теперь, Андрей, может быть, мы сейчас можно набрать. Фиг без коментарів. По деякий час. Зараз мікрофон навіть. Чим воно краще, чим в руках держати? Так точно так же тремтить в руках, щоб так, що так. Передавати. Поки ще в наших апаратах рука не тремтить. Але ті, хто тремтить рука і тремтить душа, теж вже пішов на тому спати. Ось у нас повернувся наш апарат. Ми підходимо зараз ближче до... до осередку колозного. Все добре. Остання канапка! Остання канапка! Остання канапка! Остання щаслива канапка! Хто з'їсть останню щасливу канапку? Виходьте і їсти останню щасливу канапку! Можливо, встигнете! Так, жодного коменту немає, що дуже дивно, не знаю. Напевно, всі замовчали. Зараз якби йде, а коменту немає. Давай зараз збережемо це відео. Коментатори всі пухнули. Давай зараз збережемо відео. Зайдемо ще раз. Не перемикайтеся, ми будемо через кілька хвилин.